нас водичка. А, ну потом мы остановимся попить, да, где-нибудь? Да. Вместе. Так, хорошо. Ну еще, я теперь нужна коленка, чтобы закрыть завязку. Надо посмотреть, куда. Подожди, я не знаю еще куда. Поехали дальше туда еще. Дорожка.
В кадр попала полиция. Да, поехали. За лидером. Теперь ты у нас рулевой. Едем, пока не кончится велодорожка. Или световой день. Что раньше кончится? Я решил все-таки посмотреть, где мы находимся. Это правильно. Любопытство одолело. Так. И все-таки. Ага. Так, интересно. Мы ехали сюда. Угу. По идее, туда надо ехать. На... налево. Но не сюда, назад. А вот именно налево, вон туда, через светофор. По светофору и по светофору. Вон туда, на светофор. Так, нормально. Светофор преодолели хорошо. Теперь дорога в город. Но, боюсь, больше такой Лафентии не будет. У меня появилось много развлечения. А, на красный свет. Представляешь, сколько ты экономишь? Точно. Каждый раз типа 300 дирхам.
А у них непонятно с этим красным. Там что-то мигает, что-то идет. Что-то идите, что-то бегите. Но здесь, хоть и не велодорожка, но плитка очень приличная. Да, конечно, не велодорожка. Ну так, а по воле ури та-та-тан вообще дрожит мелкой дрожью. Нет, не хочу. Я боюсь его привести в негодное состояние. Умер и. Как мы понимаем, сумерки — это поздравление с тем, как умер ки. Энергия. То есть, когда прекращается энергия. Ну а если с, значит поздравление. Айкидо, кимоно, кино, кикимора. Мора-то понятно. Два раза ки и один раз мора. Да. Ну почему поздравляют с окончанием дня, это понятно. День закончился, что с него взять уже? Зато завтра будет новый день. Такой вот город интересный. Продолжаем движение. Ну вот и все. Тротуар закончился. Но правда здесь начинается народная тропа.
Ты-то можешь попробовать ехать, я боюсь, на своем не поеду никуда. Ой. Вот на велосипеде можно и на дутиках попробуй чуть проехать. Ну, вот. Ну смотри. Да. Я боюсь, на своем никак. Нет, тоже немножко едет. Но у него, видишь, у него мало того, что полиуретан, да, у американца, у него еще и плоские они. Вот, видишь, такие профиль. Да, вдоль стены поедем. Недолго. Не знаю, посмотрим. Куда дальше, пока непонятно. Сюда. Машина сзади. Ну просто прижмись. Прижмись просто. Чтобы не по центру дороги. Сейчас они поедут сюда.
он как-то центральный, по-моему, заед, да? Шейх заед. Почти еще минут 5. Ну, я уже больше не буду включать, потому что уже сумерки. Поэтому я не буду не только включать, но и отключать. Наша любимая плитка. Д-д-д-д-д-д-д. Другой тротуар, он как-то убитый немножко. Так что лучше сюда. Я не знаю, что здесь. Сейчас увидим. Наверное, заправка, да. Пальма финиковая. Или мы сейчас уже... Давай 5 минут еще. Да.
Вот здесь можно уже поставить точечку отеля. Так, вот он. Сюда. Ага. Осталось всего ничего, 4 километра. Так, значит, если мы ехали туда, мы можем еще продолжать движение в ту сторону. А можем здесь уже немножко свернуть, но лучше, наверное, продолжить. Я бы лучше продолжил. Еще немножко. Ну и все, пожалуй. 4 километра. Сюда. Вот так. Ну что, нормально? Да. Такая местность. Так, ладно, нам туда.